Всем доброе утро. У нас уже 8:14. Ко мне пришла бабушка спасать мою попу. Привет, бабушка. Привет. Вот. Так как Дэнни сегодня надо было уходить на работу рано, и я не хотела будить маленьких девчонок, чтобы вести Джульетту на 7 утра в школу, в лагерь. Так что она пришла, мне помогла. Теперь она уже уходит на работу. Хорошего рабочего дня, бабушка. Спасибо, да. А бабушка мне варенички сделала. Я их поджарила с черничкой. Я буду завтракать. Всем приятного аппетита. Уже время ехать за Джульеттой. Девчонки спят, хоть бы хны. Придется их вытаскивать с постели. Скарлюша. You need to go get Juliet. Can you wake up, my love? Come on. И еще одна красопета. Тоже не хочет просыпаться. Ну, моя красавица. Не хочет она просыпаться. Ой, ой, ой. Good morning. Пошла мама бегать. Вот что значит Габриэль в лагере. Не на кого детей оставить, пришлось их вытаскивать с постели в пижамах. Тринка там начала страдать, то и какая-то игрушка надо, то и туфли не те. Ну, в общем, мы в машине наконец-то и едем. Габриэль сегодня, кстати, возвращается, так что это будет мне большая помощь. Итак, мы опять идем в лагерь группы поддержки. Двухдневный лагерь. Ей понравилось. Веселиться. Такая игра. Значит, пока Скарлетт будет в своем лагере, я, Джульетта и Тринити, мы хотим поехать в Utica Square. Он находит это место с магазинами, ресторанами. Он находится в старом районе Талсы. И ну, там, в общем, очень прикольно, красиво. В общем, мы хотим там погулять, плюс я обычно делаю фотографии своим детям каждый год, когда им исполняется какой-то год. Вот Тринити и Джульетте исполнится 3 года и 15 лет уже в следующем месяце, а у меня еще нету фотографий за их 14 и 2 года, так что надо бы пофотографировать. Главный фокус в данный момент на Джульетте. Насчет Тринити я не уверена. Ну, в общем, такой план. И нам это надо все сделать до 3 часов, потому что Скарлетт надо забрать 3 часа. Кстати, посмотрела на себя, на свой макияж, мои брови, мои губы. Такое ощущение, что мне только надо цветок в волосы и делать «Ола!» Знаете, выбивать испанскую чечетку. Come on. Give me a... Love you, baby. Come on, Tree. All right. You're so cute and fluffy. I love you, baby. Come on. Shake You're a booty. You're so cute and fluffy. Мы приехали. Слышите музыку? Это или часы, или что это? Прикольно. В общем, мы тут в таком вот скверике. Тут ресторан, магазинчики. Люди сидят, отдыхают. Фонарик. Джульетта с коляской. Starbucks кафетерия. Такие фонтаны тут. Девочка. Цветочки. Ну, в общем, вот такого стиля. Тут, конечно, красивее, когда вечер.
и огоньки горят, особенно на Рождество, это вообще клево. Ну, что есть, то есть. В общем, Джульетта сказала, что слишком много людей, и она позировать нигде не хочет. Не знаю, если я ее уговорю. Пока мы просто гуляем. И она сказала, что может пойдем по магазинам, посмотрим, что о чем можно помечтать, а что можно купить. Ну, в общем, пожелайте нам удачи. Любимый магазин с лосьончиками. Bath and... What's that called? Bath and Body Works. Bath and Body Works, точно. В общем, всякие кремчики, лосьончики, духи. Все для тела. Пахнет тут прям окупенно. Здесь, я думаю, мы можем это самое себе позволить пошопиться. Такие баночки, которые можно попробовать на запах. Берем, короче, такую карточку, да. Упс. И с... это самое, спреем на нее. И не понимаю. Цитрус. Фу. Вот тут такие прикольные лампочки, знаете, на ночь, ночью. Их можно ванной поставить. Короче, ночники, да? Так это называется. Всякие рыбки, черепашки, ракушки, кораллы, бабочки. Прикольно. А также подсвечники красивые. Свечки продаются. Такая фигня. Тринка, тебе что нравится? А Тринка нашла себе золотого утенка. Да, она уже довольна. Она уже пошопилась. Паква. Ты хочешь искупать своих уточек? В общем, как видите, мы... У нас уточки. Я? Swimming? Duck wants to swim? О-о. What you gonna do? Види, как и у нас монетки бросают сюда. Here goes the duck. It's swimming. Kind of a. He swims like a drunk. Quack, quack, quack. Короче, она уже там в ресторан забегала, меня хотела усадить, чтобы я ее не терроризировала. Ресторан достаточно дорогой, там салаты по 30 чем-то долларов, я думаю, я туда не хочу. И она прилетела назад к своим уточкам. По-моему, фотографии сегодня ни у кого не получится. What are we gonna do now? What are we gonna do? How are we gonna get it? Oh, Juliet. Oh, dear. Oh, crap. Oh, yeah. Such a drama. Oh, yay. Yay, Juliet. А вообще сейчас такие облака. Ветерец продувает. Очень приятно. Конечно, здесь у нас не совсем светское такое времяпровождение, как у других людей. Но зато нам весело. Да, Треня? Ну, по крайней мере, одному из нас точно весело. Не так уверена насчет Джульетты, как и насчет Тринити. А, two. Зашли в Starbucks, уговорили Тринку наконец-то. Она хочет вот этот тортик, пират.
и Джульетте кофе мороженое закажу. Да? Вот и довольная, она получила своего пирата. The pirate? How are you gonna eat pirate? How are you gonna eat your pirate? Do you want a receipt? Is that? Oh, you gonna lick on it? Oh, yeah! Trinity eating pirate. Yeah. Pirate! В общем, Муси не сидится нашей. Пошла сестру искать. Сестра до сих пор свою кофе ждет. Это была такая развлекательная прогулка, что я прям представить ее такой не могла. А вот Джульеттина фраппучинка. Ям. You puppy. Мне вечно нравится есть как собачки. С рук у Джульетты. Мы пришли посмотреть, чему тут научили нашу Скарлетт. Не подготавливается. Значит так, я забрала Скарлетт с ее тренировки или лагеря, да, и уже выехала на дорогу домой, и тут звонит мне Дэнни, говорит: «Марина, ты сегодня собираешься быть в церкви?» Ну, церковь, наша школа, это все одно место. Я говорю: «Я только оттуда выезжаю». Он говорит: «А». Я говорю: «Ну, я, говорю, должна вечером идти на родительское собрание для желающих быть в группе поддержки для Скарлетт». Он говорит: «Нет, это уже будет поздно, в 6 часов, короче. Ты не можешь взять сумку вещей Анжелики и подвезти там в какой-то офис, они будут ехать в лагерь, там, где Анжелика работает, и ей это сбросят». Я ему сказала, а Анжелика, когда здесь была на выходных, запаковала огромную сумку одежды и забыла ее. Забыла она ее, потому что она ее спрятала у себя в гардеробе, чтобы Джульетта не видела. Потому что она заполнила эту сумку в основном Джульеттиной одеждой. В общем, она у нее ее стырила с Джульеттиного гардероба. В общем, я говорю, там только несколько вещей осталось. Я говорю, я сказала Джульетте, она все забрала. Я не собираюсь ей давать Джульеттиную одежду. Ну, короче, Дэнни себя чувствует, что, не знаю, короче, он говорит: «Привези то, что есть, то, что там осталось, если сможешь». В общем, еду обратно в школу. Это уже у нас, ой, даже не знаю, сколько у нас сейчас времени. Это у нас 3:48, в общем, почти 4 часа. А 5:30 мне надо забирать Габриэла совершенно в другом конце города. В 6 часов мне надо быть опять в школе.
на этом родительском собрании. В общем, я мотаюсь туда-сюда. Я даже не знаю, что я готовить буду. У меня... Вот такие дела. Итак, отвезла я сумку. Кстати, Джульетта смотрит маленьких девчонок дома, так что мне не пришлось их тащить сюда. И мы, короче, запаковали то, что там осталось у нее вещички. Некоторые из них она даже мои вещи некоторые украла. Это самое. Я написала записку, что Джульетта говорит привет, потому что сумка была запакована, там еле замок надо было, можно было застегнуть. А теперь там так наполовинку, если не меньше. Ну, короче, мы с нее посмеялись. Сейчас я, наверное, поеду в магазин. Надо бы купить какого-нибудь мяска на ужин, быстренько что-то приготовить. Наверное, такос, куриные такос. И придется потом уже ехать за Габриэлом. Итак, ужинец на скорую руку. Я купила индюшачий фарш. В общем, сейчас поджарю это. Потом добавлю вот это chicken taco seasoning, так как мы больше с индюшкой любим. И будет на этих мексиканских блинах с сыром и с бобами есть. Очень быстро и вкусно. Сын вернулся у нас с лагеря, устал, но имел хорошее время. You had a good time? What was the best part? Go-Go Ball. What? It's this game called Go-Go Ball. Какая-то игра ему самая больше понравилась. What about archery? Yeah, that was fun. Did you do that? Yeah. Awesome. Говорит, стрелял с лука, так что был хороший ему отпуск. В общем, я оставила машину включенной, Габриэла в ней, ну, что он заснул. Сказал, что он лучше там постоит, чем будет слушать про группу поддержки. А я иду на родительское собрание слушать. Мы с Джульеттой играем в игру. Слова находим вот тут. Бдик-бдик-бдик-бдик. А малые девчонки смотрят Моану. А Габриэль с папой пошли в спортивный магазин покупать. Ну, хотят посмотреть, если там есть хорошие цены на каски для футбола и штаны. Потому что нам надо сегодня заказать онлайн, но мы хотим по компьютеру. Но мы хотим узнать, если в магазине есть лучшие цены. Okay, I'm taking it. You little booger, you okay? Итак, заканчивается наш день. Буду закрывать влог. И хотела ответить на пару вопросов подписчиков. Был вопрос, выращиваем ли мы огурцы или покупаем. В этом году мы купили огурцы, потому что мама обычно выращивает. Но в этом году пока что-то у нас плохо с огурцами. Она посадила новые. Надеюсь, может, к осени будет какой-то урожай. Я когда-то садила огурцы, но в данный момент мой огород переоборудовали в кое-что другое. В общем, нет у меня огорода. И насчет хрена в бутыльки, потому что чтобы огурцы были хрустящими, это мне мама уже рассказала, но муж захотел, муж получил. Так что посмотрим, что будет без хрена. Вот. А так буду я на этом заканчивать. Вам спокойной ночи. До новых встреч. И bye-bye.